Друзья, всем привет! Сегодня у нас коротенькое видео с очень простой, но полезной самоделкой, для которой нам понадобятся остатки фанеры и небольшой кусок пластиковой трубы. Далее будет видео, все понятно, присаживайтесь поудобнее, погнали! Друзья, получилась вот такая удобная полочка для хранения липких лент, таких как изолента, малярная лента, скотч и прочее. Она обычно у меня хранится в коробке, достать что-то и найти не очень удобно становится, особенно когда становится этих лент больше, чем 2 штуки. Такая полочка позволяет решить эту проблему, скотч туда изолента легко складывается, легко достается и удобно пользоваться. Сверху имеется дополнительная полочка, на которую можно что-то еще положить. Так что, друзья, вот такая удобная штука из отходов, по сути, получилась. Ставьте лайк, если самоделка вам показалась интересной, а также пишите в комментариях, как вы складываете скотч, если у вас его много. Также не забывайте подписываться на канал. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!